Постоянное внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса уже дает позитивные результаты. И об этом свидетельствуют последние показатели. Численность занятых в бизнесе казахстанцев выросла на 8%. Согласно данным за прошлый год, в стране больше 2,5 миллионов предпринимателей. Казахстанские коммерсанты выпустили продукции на 9 триллионов тенге, показав годовой рост в 3,3% в прошлом году. И еще одна любопытная цифра. За последние 2 года активных субъектов малого и среднего бизнеса стало на 50 тысяч больше.